Лучшие цитаты Уинстона Черчилля. О людях. Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их. Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают. Кто со всеми согласен, с тем не согласен никто. Когда орлы молчат, болтают попугаи. Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: «Пожалуй, вы правы». Пессимист видит трудность в каждой возможности. Оптимист видит возможность в каждой трудности. Об успехе. Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру. Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой великий шанс. К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего и не произошло. Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на «Титанике» все были богатые и здоровы, а удачливыми оказались единицы. Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собаку. У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал. Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием. Если одинокое дерево выживает, оно вырастает крепким. Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим. Я слишком занят, чтобы иметь время для беспокойств. Я оптимист. Не вижу особой пользы быть с кем-то еще. О мире. Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны. Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди. Школа не имеет ничего общего с образованием. Это институт контроля. А школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей. Мы придаем форму нашим зданиям, а потом они придают форму нам. Врожденный порог капитализма, неравное распределение благ, врожденное достоинство социализма, равное распределение нищеты. От деревянных башмаков к деревянным башмакам путь в 4 поколения. Первое поколение наживает, второе приумножает, третье транжирит, четвертое возвращается на фабрику. Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы. Когда двое дерутся, выигрывает третий. Если убить убийцу, количество убийц не изменится. Легче управлять нацией, чем воспитывать 4 детей. Никогда не сдавайтесь. Никогда. Никогда, 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 ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника. Сэр Уинстон Черчилль.